Направить обращение в Банк России по деловой репутации можно будет не только в бумажном, но и в электронном виде. Это ускорит процесс ее поступления в работу. Всем желающим необходимо зарегистрировать личный кабинет, написать обращение и приложить подтверждающие документы. Жалоба поступает в комиссию на следующий рабочий день и рассматривается в течение пяти рабочих дней. Решение по отказу или удовлетворению обращения можно получить в личном кабинете. Подробнее читайте в наших новостях.